Ну что, результат налицо. Фонтан засыпан с осени, с глубокой. И все это обливается горькими слезами. Когда тут кто опять будет, неизвестно. Хотели построить, да решили опять все завалить. Вот наша такая власть дзержинская, которая не может по-хорошему определиться, что она хочет на этом месте сделать, или фонтан, или еще что-нибудь, какую-нибудь замутить очередную кашу с этим фонтаном. Вот. Интересно только знать, почему у нас в городе здесь абсолютно наплевать на все. А наплевали, прежде всего, у нас власти наши дзержинские на горожан, которых радовал этот фонтан все время, из поколения. И теперь вот такое дело у нас здесь налицо. Почему я скажу так? У нас только здесь сейчас будут птички, буквальным образом, находиться. И, например, для детей песочница. Все. Больше ничего. Удовольствие. Девушка, ответьте на вопрос, пожалуйста. Если вы можете, так скажем. Ну, у вас как вот это вот все? Не волнует? Конечно, волнует. Очень волнует. Конечно. Вот. Ну, это действительно, я хочу сказать, из рук вон выходящий уже, вот какой вот уже год, за счет этого фонтана бьются люди. Вообще абсолютно наплевать на все. Посередине сделали песочницу, где голуби обсирают, вот и все. Больше ничего. Согласен. Вот, малышка, радовался бы фонтанчику, когда был бы здесь фонтан бы. Вот скоро наступит жара, например, елки-палки. Прекрасно. Негде даже будет людям отдохнуть около фонтана. У Меркурия только вот небольшой сделал семенец, больше ничего. Согласна. А? Полностью согласна. Ну ладно, девушка, спасибо вам хоть на этом, что поддержали немножко. Спасибо вам. Так скажем, у заваленного фонтана опять никаких усилий от нашей городской власти ничего не прилагается. У нас лишь бы только все завалить, лишь бы все уничтожить, построить только. Какие-то определенные опять магазины, это ущемление площади, так скажем, прилегающей территории к универмагу. Вот, что у нас? Здесь вот песочница стала для голубей и, может, для детей, которые придут сюда, вот, в обосранной вот этой вот, песке в обосранном, вот этом, будут копаться дети. Все, больше ничего. Я понимаю, если был бы фонтан, было бы так хорошо, это было бы здорово, если бы его возродили бы опять. Вот, женщины. Сказать, чтобы возобновили вообще его. Конечно. Они чтобы вот, я не понимаю, ничего не хотели, песком завалили, не хотели, чтобы восстанавливать, завалили все песком. Спасибо вам большое. Ну что хочу сказать. Все люди за, чтобы только вернуть фонтан. Ну что скажу, очередной репортаж пускай посмотрят наши власти и убедятся, что люди не против здесь построить фонтан, а не какой-то там мусорный, так сказать.